Сыктывкаре пенсионерка перепутала педали газа и тормоза и стала виновницей крупной аварии. Столкновение на улице Гаражной попали на камеры уличного видеонаблюдения. В 11 часов дня иномарка не спеша въехала на стоянку одного из магазинов. В какой-то момент автомобиль резко набрал скорость. Сначала врезался в здание, затем поочередно протаранил припаркованные на площадке торгового центра машины. Никто из участников ДТП серьезно не пострадал, чего не скажешь об автомобилях. Ущерб, причиненный фасаду магазина, и сумму на восстановление поврежденных машин теперь предстоит подсчитать независимой экспертизе. Водительский стаж 67-летней виновницы дорожного инцидента 13 лет. Стоит отметить, за все это время к административной ответственности за нарушение правил она ни разу не привлекалась.